Всем привет, всем здравствуйте! Вы с Ириной Якут в Америке, и я в отпуске, но я вам делаю обзор. Ну, вернее, конечно, я делаю сегодня обзор, а в отпуске я буду с завтрашнего дня, но когда у вас выйдет ролик, я в отпуске. Поэтому писать и заказывать сумочку вы, конечно, можете, потому что онлайн мы все равно заказы делать можем из любой точки мира. Итак, к вашему вниманию сумка Шейла от Хоба. Смотрите, какая красотка. Мы такую с вами рассматривали однажды. В коже в такой мягкой. Она как-то называется премиум класс или VIP класс. Эта кожа я на сайте видела. Вот. То есть я к тому, что вот она бывает в разных. А вот эта вот кожа, как вот хобовская, которую я люблю. Вот из такой вот кожи. Вот в таком лимончиковом цвете приятном. Так, ручка на карабинчики. Так, ну, один как-то он тут. Ладно, не буду. Вот видно его, что карабинчик. Вот так вот красиво здесь прикреплена эта ручечка. Вот эти ручки мягкие. Вот так. Что тут с регулировкой этого ремешочка? Да, регулировка вот есть. Вот таким вот образом регулируется. То есть получается, что он... Ну, очень большие сумки... Ниже ты и не сделаешь носить. То есть вот такой вот вариант, это самый большой. Ну, вообще, как бы, мне кажется, на постоянке-то... Ну, в общем, хозяйка сама придумает, как ей будет удобно. Рассматриваем ее. Два кармашка с двух сторон. Любимого цвета подкладка Хоба. Еще бы они на куртках такие делали. С хвостиками обычный замочек у них. Их шариком таким. И вот такая вот она внутри. Конечно, мы заказывали со скидками. Они, кстати, вот лепят 328 на ценнике. Но они уже со скидками. А приходят с полной ценой на ценнике. Так, вот она эта классная подкладка. С этой стороны кармашки. Вот такой большой. Вот кармашек. И вот кармашек. И с этой стороны... Под замочком кармашек. И вот еще два больших накладных сверху на него. И один общий отдел. Так. А, почему-то я решила, что с двух сторон вот эти карманы. Нет, он с одной стороны только. Ну, крупненький, под телефон. Удобно будет, чтобы каждый раз в сумку не застегивать, расстегивать. Вполне поместится. Вот такая вот веселенькая сумочка от бренда Хоба. Желтенькая. Цыпленочкина. Такая классненькая. Не знаю, как я там ролики скомпоную. Что-то, может быть, еще вставлю. На всякий случай запишу вам концовочку. Берегите себя, пожалуйста. Всем всего доброго. Пока-пока. Не знаю, уместно ли будет поздороваться в этом видео, потому что я планирую прикрепить его куда-то дальше, потому что этот подарок... Мы не хотим, чтобы его увидели сейчас, и это видео я покажу только после того, как хозяйка уже получит свой подарок. На всякий случай, всем привет, всем здравствуйте! Вы с Ириной Якут в Америке, и я делаю вам обзоры не только на сумочки, но и на всякие разные аксессуары, которые вы, в общем-то, можете заказать, написав мне в WhatsApp. Вот такой вот шикарный бомбер от бренда Coach, заказан нами на сайте Coach Outlet. Он был вот на момент, когда мы его заказывали. Вот он пришел сегодня, 5 ноября. Это размер S. Я не буду его примерять. Покажу вам просто так, потому что он, ну, на меня налезет, но будет прям, я так думаю, мне впритык. И не хочется его расстегивать, потому что так хорошо упакованы пуговички. А мы их сможем с вами увидеть и вот здесь. То есть вот такая запасная пуговичка. С малышкой там, с той стороны. Вот, нам видно ее, какие они будут. И он джинсовый. Это куртешечка. Вот с таким вот классным рукавчиком. Какая-то крошечка прицепилась. Вот с таким вот классным рукавчиком. Вот такой вот волшебненький куртец. Так это назовем. Девочка купила за $150, да, я сказала. Девочка его купила в подарок своей, по-моему, снохе.
Вот. И она тоже нас смотрит, как и старшая девочка, так и младшая девочка меня смотрит, и поэтому мы сделаем этот обзорчик чуть попозже. Вот. А вы, если кто-то, ну, если кому-то нравится это, то, в принципе, вы можете пойти. Плотная джинса такая. Вот и тоже вниз заканчивается вот так. Можете пойти на сайт Coach Outlet посмотреть, я его точно в описании дам. Вот, а такой вот добавочек у нас где-то в каком-то ролике я выложу. На всякий случай, всем пока-пока. Собралась сейчас запаковать и отправить эту сумочку, но поняла, что мы таких не видели, и мы должны ее рассмотреть. Думаю, запишу быстренько кусочек, потом в какое-нибудь видео вставлю. С сайта Coach Outlet мы вот эту красотку заказывали. Такой мини-шопер, но очень вместительный. Около $120 что-то она там стоила, на ценнике у нее 398, по-моему. Так, вот такая вот комбинация канвас и кожи. Вот здесь вот кожа, вот видите, вы зернистая, вот такая мягенькая. Вот здесь вот канвас. И вот это просто принт на канвасе. Смотрится, как будто это вышивка. Вот даже вот так вот смотришь. Прежде чем не потрогаешь, не поймешь, что это канвас, что это такой принт, потому что смотрится как вышивка. То есть хорошо, что не будет мараться, потому что если вышивка, если бы это были ниточки, но они как бы могут пачкаться. А это вполне прилично так. Так, девочка выбрала вот с такой вот комбинацией красненького. Вот это вот тоже кожа отстрочена вот здесь вот. Ручки крепятся вот здесь вот, видно вот эти клепочки. Какие красивые, на каждой написано коуч сверху, коуч снизу. Так, ножки вы разглядели. Длинный ремешочек крепится вот на эти красивые петельки. Длинный ремешок. Чуть-чуть уже распакую. Может, и девочка успеет увидеть до того, как к ней придет. Кстати, посылки у кого месяц идут? У кого вот в Израиле у меня за 7 дней дошла посылка вообще? Очень быстро. Кстати, посылки начинают, не знаю, когда этот ролик, правда, выложу. Вот такой вот темный карабинчик. Ну, хотела сказать, что к Новому году посылки начинают, почта начинает быть забитой, народу очень много на почте. Лишний раз туда ехать совсем неохота. И приняла решение, что по понедельникам я, наверное, этого делать не буду. Так, вот такая тканевая у нее внутренность, подкладочка тканевая, бордо. Вот здесь вот кармашек на замочке довольно-таки крупный, потому что он вот прям вот здесь вот начинается и вот здесь вот заканчивается. А с этой стороны вот такие два кармашка на, ну, как бы накладных, два небольших кармашка на подкладочке. Вот такая вот эта красоточка, ручки я вам показала, да? Вот так вот. В общей сложности, если без ремешка, она будет смотреться. У нее здесь кнопочка есть, она, как правило, на магнитике. О, кстати, брелочек тоже есть, брелочек бордовенький. Coach Outlet без каретки, написано Coach New York на брелке. Вот он, видно магнитик, не буду этот раскрывать. То есть вот так вот она закроется. И вот так вот она на человеке будет смотреться. Вот, либо вот с таким вот ремешочком. Приятным красненьким, как я люблю. Что-то мне на красненькое потянуло. Было все синенькое, синенькое, теперь на красненькое.